Я с работы вернулся. Сколько дел? Я устал. Не успел ужин съесть, кто-то в дверь постучал. Говорят, неприлично болтать с полным ртом. Пусть еще постучит, я открою потом. Ах, какой сериал, а герой просто зверь. Кто-то снова легонько стучит в мою дверь. Пусть еще постучит, я потом отворю. Интересный ведь фильм, я его досмотрю. Вот уж ночь за окном, город весь мирно спит. Снова кто-то легонько в мою дверку стучит. Ах, зачем он стучит? Ведь так сладок мой сон. Не хочу подниматься, открою потом. Утро вновь настает. Пробуждаюсь от сна, но какая-то странная вдруг тишина. Что случилось со мной? Не могу я понять. Просто в двери мои перестали стучать. Я с постели своей поднимаюсь скорей, торопясь в попыхах выбегаю за дверь. На пороге видны следы крови и слез, и написано рядом: «Стучался Христос». Аминь.